Итак, сейчас чисто в качестве теста, вот многие проспрашивают, почему много роликов не было сегодня. Я бы хотел сначала этого пидораса обозреть, Озон, то есть он гребаный пидорас, он полный, его добивать надо нещадно. Но сейчас в качестве теста просто сделаем обзор игры для Денди, не знаю, ну, какую бы лучше сделать. Сейчас подумаем. Я играл во все игры Денди практически, даже те, которые у нас в стране не продавались, в свое время причем. Так, а вот Робокоп 2. Давайте поговорим о игре Робокоп 2. Так, смотрите. Так, надо будет понять. Так. Даже сейчас вот вообще пиздец. Игра вообще охуенная. Я впервые в нее поиграл, да. Когда у меня уже была приставка китайская, там, привезенная. Может, даже оригинал был, это нет. По-моему, нет. И вот этот, вот искали в нее картриджи, да, и нашли там в одном месте, барыги торговали. Это пиздец, блядь, что было, 10 баксов, то эти стоило. Сейчас как помню, потому что даже в долларах там, типа, туда-сюда заплатили. То есть барыги, нахуй, сука, как народ объебывали еще в то время в совке, нахуй. Это уже не совок было уже, правда, или совок, хуй знает. Ну, блядь, ну мне Дэнди на несколько лет намного раньше появился, чем она в стране у нас. То есть вообще пиздец, это Дэнди появилось, да, то есть это как бы, блять, в общем, короче, с одной стороны эту игру можно обосрать, да, тут у ебанского управления, он постоянно скатывается, но в другом в этом есть свой драйв такой, охуенный, блять, такой адреналин, нахуй, пиздец, что надо круто все продумывать, сейчас такие игры, конечно, не делают, и не сделать никогда, только эта игра, наверное, уникальная по самой по себе, потому что тем... Это вообще пиздец, какое управление специально усложнили, что он скользит постоянно. Это просто, ну, прям какая-то физика, представляете, физику нахуй добавили, он как машина идет и останавливается не сразу, и прыгать, и уровень вообще пиздец сложный. Но я эту игру прошел, естественно, без читов, когда я из читах-то никто не знал. Вообще пиздец, и тут их и нет, в принципе, и главное, тут такая крутая штука, тут собираешь, во-первых, деньги, да, и ловишь преступников. И под конец, если ты мало там денег собрал и хуйни всякой, ковбоев наловил, то тебе отправляют стрелять в тир. То есть на переквалификацию тир это реально самый крутой тир на Денди, представляете? Причем без цветового пистолета странно, вот вообще пиздец. Нарисована нормальная графика, в принципе, четко, видите, вот если тот же Робокоп 3, там более пытались реалистично сделать, и там пиксель наплывал, и не так уже круто, а тут все красочно, вообще просто вообще. Пиздец, дизайнеры делали, вообще пиздец, как круто, в брониках вообще эти, тут на жизнь идет игра, да, то есть старомодная система, что убивают и хуя, пиздец, и убивают самовыстрел, кстати, по-моему, пиздец, вот, блять, вообще пиздец, круто какая, вообще вот щита, тут все, тут боссы, нахуй, пиздец, там в конце босс этот, как его, вот этот вот, второй части, то, что она и называется, второй Робокоп, и такая, в конце такая картинка, что не понравилось, конца нет, просто такая волдон, и улыбающийся Робокоп такой. И пиздец, блядь, игрок, очень пиздец, какая игра, а нахуй. А как же Озон пидор, сука, вот урод, блядь, вот эти вот, в принципе, если к Озону лыжи, намазанные дерьмом, приделать, да, и вот пустить по такому уровню, то будет целая игра телевизионная, что он должен... Не попасть в эту лаву, в воду, не утопиться, не убиться, что его там свиньи не сожрали. И вот пускать по телевизору, как долго он продержится. Естественно, он сдохнет через минуту, через две. Но в этом проблема, мы его наклонируем, да? Вот тир, потом тут озонов можно, мы их наклонируем, и вот пустим вот этих озонов и будем их стрелять. Но делать будем по закону, потому что сейчас считается, людей нельзя убивать, даже животных. Потому что озон, он в принципе даже хуже животного, понимаете? И мы уже придумали систему, что мы... И вот как бы его признаем не человеком, не животным, это вообще, это хуй знает что, это существо, блядь, непонятного рода, специально уничтожение, существо, которое подлежит уничтожению, геноциду, то есть полностью. И мы сами их наклонируем, этих озонов, и по закону уже будем ликвидировать в таких программах, вот. Вот в качестве мишеней в тирах, сейчас же проблема, вот они мишени должны вот эти, да, использовать. Вот эту хуйню всякую, по пластмассовую вот этих вот нарисовано. А у нас будут ли вот живые люди, кстати, мы сколько для мира сделаем, мы поставим вот эти вот тропы озонов, нет, живых озонов, которые будем расстреливать. Вот не существа, это все. Знаете, когда его стрешь на него и издеваешься, не только ему какой пощады не может быть, потому что сволочь и урод. Полный, блядь, недоносок этот, блядь,
Ладно, давайте, на сегодня хватит, это был просто тестовый обзор, не знаю, просто идущий я уже записал обзор, но он не сохранился, честно, на ютубе, может, что-то не какие-то кнопки не те нажимаю, ну, в общем, смотрите на зону, пидорасы, блядь, вообще пиздец, крутая игра, даже мне сейчас интересно, дайте играть, кстати, этот сайт очень крутой, на нем все онлайн можно играть, вообще пиздец, круто, да, вообще, круто. Кстати, она поначалу начинает глючить, и вот надо NTC вот эту галочку отключить, а тут не видно сейчас. Будет нормально. В общем, все, Анша Абдуль вперед забыл верни.